магазинами. Интересно будет, конечно, посмотреть на это все. Я думаю, пчелки будут радоваться тут, блин. Собирай мед, не хочу. Так, вот так получается. Три магазина. А ну поставлю. Пошли уже. И убери магазин один. Вот так. Магазины снимается. И следующий. И третий. Да, улик нестандартный. Пришлось нам делать нестандартные магазины. Третий тоже. Ну тут 12 рамок. Вполне хватит. Вот так. И получается с магазинчиками. Вот такие самодельные магазинчики. Для этого улика это супер.